Добрый вечер, бельцы. Огромное вам спасибо за то, что нашли время прийти. С 2015 года, как мы начали заниматься городом, в городе появилось очень многого того, чего нет в других городах и тем более селах страны. Это спортивные детские современные площадки. 30 лет никто не делал ремонт внутри квартальных дорог. Я горжусь тем, что у нас лучший бассейн в стране. Я установил экспериментальную остановку из нержавейки, которую я понимаю, что они простоят сотни лет. Вы видели, пошли тротуарами по Александру Челбун. У нас в планах Болгарская. Мы в этом году закончим улицу Дечебал до выезда в сторону Рыжкан. Я сегодня считаю, что стране на национальном уровне нужен завхоз, а не тот, который приходит раз в 4 года с миллионами идей, в которых они не понимают. Я сегодня не иду искать какие-то кульки. Я иду сегодня с нашей командой в парламент, чтобы со всеми кульками покончить на национальном уровне. Во всех странах на этапе развития определяли 3 столицы. Столицу страны, северную и южную. И приводили их в порядок, потом брали за другие. Мы взяли за основу проект об особом статусе муниципия Белс. И в парламенте мы будем выдвигать законопроект, национальный проект, 3 капитали, 3 столицы, Кишинев, Бельц и Кагул. Это будут 3 витрины на национальном и международном уровне. Я потратил в Бельцах более 40 миллионов лей своих денег. Пусть вам скажут, что сделали они за 5 лет. Отменить иммунитет для всех депутатов. Если они идут творить добро, зачем им там иммунитет? Если чиновник не докажет, откуда у него автомобиль, либо другое недвижимое имущество, это имущество будет конфисковано. И поверьте, для вас я всегда буду хорошим человеком, а для них я буду самым большим кошмаром. Голосуем за избирательный блок Рената Усатый. Мы – команда профессионалов. Сила в правде.